Глядя на этого виртуоза, и не скажешь, что за клавиш он сел не так давно. На сцене за роялем Иван Гусев исполнил легендарную композицию группы «Битлз», да еще под собственный аккомпанемент. И это лишь одно из его выступлений на конкурсе «Классный мюзикл». Ну вот мне очень радостно, потому что я просто обожаю играть на пианино, и для меня это праздник вот тут вот выступать. Тут очень хороший звук, очень хороший рояль. Проект «Музыкальный абонемент», в рамках которого проходит конкурс, это настоящее погружение, говорит педагог, в мир музыки, вокала и хореографии. Это не просто концерт, где исполняются, дети выходят и исполняют просто музыкальные номера. Это некое театрализованное представление. То есть здесь будут исполняться фортепианные произведения, также вокальные и хореография. И все это будут фрагменты из разных мюзиклов. На конкурсе ребята с 7 до 14 лет исполнили композиции зарубежных и российских мюзиклов. Постановками занимались профессиональный педагог и режиссер. В абонементе приняли участие несколько творческих объединений. Это объединение «Дети солнца», образцовый коллектив. Это хореографический коллектив «Студия современной хореографии». Каждый выход на сцену для ребенка одновременно и волнение, и праздник. Ведь исполнение для большого зрительного зала – это своеобразная победа над собой и подведение итогов многодневных усердных репетиций. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».